Всем привет, друзья, с вами я, Вандос. Сегодня это не анимация. Сегодня я хочу поговорить о таком слове, как отписка. Я заметил, что вы вы отписываетесь от моего канала по причине того, что я не делаю видео и всяких таких хороших анимаций. И что я хотел сказать, почему же не выходят анимации? Понимаете, мне грустно. Не спрашивайте, почему мне грустно, просто у меня нет настроения. Я не могу ничего нормально придумать, чтобы... Все думаю только о том, почему же я грущу. Поэтому я вообще не занимаюсь анимациями. Но вчера ночью, перед тем, как ложиться спать, я этого... Решил сделать небольшой мульт по войне во Вьетнаме. Вот как бы у меня и спрайты есть еще. Ну и я, короче, думаю, сегодня начну уже делать этот мульт. Так что прошу вас, пожалуйста, не отписывайтесь от моего канала по причине того, что не уходит видео. Если у меня не уходит видео, на то есть очень большие, хорошие и большие причины, почему я не снимаю видео. Пожалуйста, не отписывайтесь. Знаю я своего одного друга, у него было меньше подписчиков, чем у меня. Теперь у него 80 подписчиков. Больше, чем у меня. А недавно у меня было 75, а теперь уже 73. Ну, пожалуйста, пацаны или девушки, не знаю. Не отписывайтесь от моего канала по причине того, что не выходит видео. Я, блин, просто стараюсь. Я практически всегда сижу в телефоне, чтобы делать анимации. А в итоге что получаю? Вы от меня отписываетесь. Но надеюсь, что мой проект про эту войну, ну то есть не совсем это проект, просто анимация, пройдет успешно, я хотя бы не знаю. 5 лайков будет. А пока я буду делать этот проект у этого, пожалуйста, не отписывайтесь от моего канала. Я стараюсь для вас. А в итоге получаю, что отписки. Нет, я не говорю, что вы, мрази, не отписываетесь от моего канала и все такое. Я просто говорю, что почему вы отписываетесь от моего канала. Вы ведь даже не знаете, по какой причине у меня этого не выходит видео. Ну, надеюсь, этого мы договорились, короче. Сейчас я буду делать этот проект про Вьетнаме, про войну. А вы, пожалуйста, не отписывайтесь от канала. Прошу вас. Ну ладно. Надеюсь, мы договорились. Ладно. Давайте. Пока. А мне еще этот мульт делать.